Всем привет, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. На самом деле у нас есть очень крутые новости, о которых я хочу сегодня поговорить. Может быть, вы уже слышали что-то подобное до этого, потому что на просторах интернета витало множество слухов вокруг нового флагмана компании Samsung Galaxy S10, который будет иметь какой-то криптовалютный кошелек. Если это так, ребята, то для криптоиндустрии это будет очень круто. И чтобы понять это, достаточно просто взглянуть на цифры. Последний квартал 2018 года было продано свыше 70 миллионов мобильных устройств от Samsung. Я вообще не владелец смартфонов от Samsung, поэтому не в курсе, что именно в их сообществе происходит. Но некоторые статьи говорят, что Samsung Galaxy S9 не был действительно успешным продуктом. Но, ребята, посмотрите на цифры, они говорят сами за себя. Поэтому я не сомневаюсь, что многие люди купят и Samsung Galaxy S10, в которых есть аж 3 модели. Ну а теперь хорошая новость. Samsung Galaxy S10 определенно будет иметь какую-то функцию для хранения ваших приватных ключей. Если вы владеете криптовалютой, вы понимаете, о чем идет речь. Эта информация была не на 100% достоверной, лишь до презентации новых устройств от Samsung, которая, кстати, пару дней назад и была. Собственно говоря, именно так выглядит это приложение. И лозунг, который переводится на русский как «Храните вашу криптовалюту в надежном месте». С помощью этого встроенного приложения можно совершать платежи криптовалютой или просто холдить ее. Кстати говоря, в случае утери телефона вы можете дистанционно удалить приватные ключи своих кошельков, просто зайдя в личный кабинет Samsung, например, с вашего компьютера. Продолжая тему о безопасности. В официальном документе Samsung ясно сказано, что безопасностью в Galaxy S10 заведует Samsung Knox. Но также существует некое безопасное хранилище с аппаратным обеспечением, в котором хранятся ваши личные ключи для мобильных сервисов с поддержкой блокчейна. На самом деле, мне кажется, что это можно как-то взломать. Ну, поживем, увидим. На данный момент самсунговский кошелек поддерживает биткоин и эфириум. Также можно добавлять токены ERC-20 стандарта. Будем надеяться, что со временем поддерживаемых криптовалют станет больше. Хотя и это уже достижение. Потому что на моем телефоне даже такого нет. Слышь, Apple, что такое? Добавь мне крипту. No, God, please, no! 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 Ребята, хотя мы и сталкиваемся со многими фейковыми новостями, особенно в последнее время, некоторые из них оказались правдой. И с точки зрения принятия, это определенно очень оптимистично для биткоина, да и других криптовалют. А также для тех, кому все еще не хватает материала. Клавиатура от Google совсем недавно обзавелась значком биткоина, который появился рядом с долларом, евро и другими валютами. Забавно. Так что да, биткоин начинает превращаться в валюту, или, скажем так, крупные компании начинают видеть в нем потенциал. Поэтому будем надеяться, что все будет продолжаться также позитивно. А на этом у меня все, ребята. Надеюсь увидеть вас в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями, обязательно что делаете? Богатейте, конечно же. До скорого. Ask the audience on this one. All right? Yeah. Okay. Final answer. Final. Okay, audience. Joe could use a little help here, so if you would pick up those keypads and enter your vote now. Give me some help. All right. Let's see what the audience thinks. Okay. Oh. Good job, audience. Well. No! 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 No!